В Нижневартовске продолжается возведение самой большой в Югре школы. Два ее корпуса смогут принять 1725 учеников. Сейчас строят первый корпус. Он должен быть сдан к началу следующего учебного года. На сегодняшний день выполнено более половины работ. Полностью возведены стены первого блока. Строители приступают к кровле. Внутри проведены штукатурные работы и проложена электрическая проводка. Устанавливаются окна. В ближайшее время начнут прокладывать сети вода и теплоснабжения. До конца года строители приступит к чистовой отделке. Также до Нового года они поднимут два этажа вспомогательного корпуса. Это действительно очень долгожданный объект. Поэтому его ждут дети, его ждут родители этих микрорайонов. И мы постараемся, чтобы школа получилась современная, красивая, доброжелательная к детям. И чтобы в ней были созданы все условия для их обучения и развития.